Еврейская невеста. Картина голландского художника Рембрандта ван Рейна, написанная в период с 1665 по 1669 годы, находится в Рейксмюзеум, Амстердам. Написана маслом на холсте в стиле барокко. Рембрандт мог быть и другим, если ему не нужно было быть буквальным, как в портрете, когда он мог сочинять, быть поэтом-творцом. Именно выступает в картине «Еврейская невеста». Нужно многократно умереть, чтобы так писать. Эти слова можно применить к этой работе художника. О картинах Франца Хальса можно говорить. Он всегда остается на земле. Рембрандт же настолько погружается в мистерию, что он выражает такое, для чего никакой язык не имеет слов. Так говорил Винсент Ван Гог об этой картине. Несомненно, это портретное изображение, но чье? Может быть, еврейского поэта Дона Мигуэля де Барриоса и его жены, или скорее сына Рембрандта, Титуса и Магдалены Ван Лоу, или золотых дел мастера Яна Лутмы-младшего, его невесты. Эта картина-портрет, где фигуры играют определенные роли. Они изображают ветхозаветную пару Исаака и Ревекку, поселившихся в земле филистимской и из страха выдававших себя за брата и сестру. Но однажды Абимелех, царь филистимский, посмотрев в окно, увидел, что Исаак играет с Ревеккою, женою своею, после чего он взял обоих под свою защиту. Более ранний рисунок Рембрандта еще включает в себя изображение смотрящего из окна царя. Примером же для рисунка служило изображение той же библейской сцены Рафаэля в лоджии Ватикана. Не исключено также, что и определенные влияния традиционных изображений, мотив Иакова и Рахили, отразились в этой картине. Но на какую высоту Рембрандт поднял свое толкование, ясно каждому. Слово из библейского текста «играл» означает не что иное, как наслаждение любовной игрой, и композиция этого изображения исходит из того, что сидящая невеста Ревекка перекидывает свою ногу через бедро мужа. Картина «Еврейская невеста» – высший и конечный пункт в стремлении Рембрандта объединить особенное и всеобщее. Он достигает своей цели двумя путями. Окружающую жизнь он рассматривает как часть Ветхого Завета, а случайные позы, случайные жесты сводит к твердо укоренившимся, вновь и вновь повторяющимся мотивам искусства Средиземноморья. Как и в каждом поэтическом шедевре, миф, его воплощение и повод составляют здесь единое целое. Рембрандт изобразил случайную любовную пару в образе Исаака и Ревекки. Является ли жест рук традиционным для европейского обручения или нет, эта картина, перенесенная из старины, убедительный символ хранимого сотрудничества. Картина, освященная чувством Рембрандта, являющаяся одним из захватывающих живописных шедевров мира, по словам Кеннета Кларка. Это полотно является несравненным триумфом живописи Рембрандта. Из ее расточительного мира красок выделяются нанесенные мастихином пламенеющий красный и солнечно-золотой цвета, по которым пробегают бронзово-зеленые вспышки. Эта картина – упоение для взора, полное величайшего и естественнейшего движения, звучащий страстный и пылкий гимн всему живущему.